пятницу, она уже не первый год на КДФ. И даже на Идлконе она тоже была. А еще она выступает одна. И она действительно, когда она выйдет, вы это поймете и увидите. Диси, иди сюда! Давай сначала. Ну, у нас просто сегодня мини-фотосет, помимо самого основного фестиваля, поэтому наконец-то первый раз за 6 лет я побежу как тёлка. Вот. Ой, я заговорила как Лиза. Вот, поэтому, DC, позу. У-ху! Боже, как ей с трудом дается это лицо сейчас. Хорошо, ну что, ребят, помним, что если человек выступает один, то аплодисменты должны быть в 10 раз мощнее. Помним об этом? Точно помним! Встречаем! Диси!
лагере еще была толпа крутых мальчиков под названием BTS? Да? У нас, между прочим, в самом начале, когда я проводила небольшой опросник, BTS фанатов были больше всего. Как, вы довольны? Что, на место кого теперь в BTS отправляем? Ты его хочешь себе или на место его? Все понятно, отлично. Это уже... Вот это я понимаю, да. Зачем нам BTS, когда мы можем их взять себе? Просто. Отлично. Слушай, выдохну. Ага. Теперь вопрос. Как давно ты занимаешься танцами? Наверное, около 8 лет. А тебе сейчас сколько? 18. О! Человек, который падает на сцене, может на меня подбежать, мне будет приятно. Итак, скажи, пожалуйста, почему BTS и почему именно эта песня? Потому что это моя любимая песня BTS. Самая? Самая. У кого еще самая любимая песня BTS Danger? Ну, окей, раз мы начали говорить про любимые песни BTS, у нас их сегодня будет еще достаточно, поэтому... Поэтому, думаю, выступлениями вы под ней действительно насладитесь. У меня вопрос. А что ты танцевала до кей-поп? Хип-хоп там был. Хип-хоп там был? То есть ты 8 лет занимаешься танцами где-то среди... А кей-поп сколько танцуешь? 4 года. 4 года танцуешь кей-поп? А до этого 4 года где-то... Ну, там где-то хип-хоп был. Понятно все с тобой. Пожалуйста, покажи любимый женский танец. Маленький-маленький кусочек своего любимого женского кей-поп-танца. Ты можешь. Погнали!